Привет, друзья! Сейчас скажу про распределение времени. Распределение времени и усилий очень важно, иначе вы можете либо не разогнаться вовремя, либо сгореть на подходе к финишу. Мы будем работать с вами 3 часа в онлайн, с 2 перерывами, через час и через 2. Первые полчаса – знакомство. В этой фазе самое важное – это встретиться эмоционально, увидеть друг друга и понять, что мы будем делать все остальное время. Это эмоциональная фаза, в которой важно включить камеру, включить звук и поделиться, как я себя сейчас чувствую. Я себя сейчас чувствую хорошо, хотя немножечко нервно, потому что обращаюсь к вам, а вижу перед собой сейчас только пустой зал. И в таком духе вы можете высказываться. Это очень важно. Затем 1,5 часа мы будем решать задачу в группе. 3 группы будут решать одну и ту же задачу в параллель. У каждой группы будет куратор, координатор, говоря нашим языком. И нужно будет успеть разогнаться и прийти к некоторому завершению, выбрать того, кто будет докладчиком, закончить и уйти на перерыв. После этого будет 1 час на конференцию, по 20 минут на каждую группу. 20 минут на группу – это на самом деле очень мало, потому что за это время нужно успеть рассказать, что мы решили, и все остальные должны войти в состояние творческой проблематизации и развития этого решения, чтобы в процессе конференции сделать еще один прирост смыслов. Затем мы заканчиваем. Очень компактный по времени формат, требующий очень высокой концентрации внимания и мобилизации. 3 часа пролетят незаметно. Скорее всего, в конце вам будет хотеться еще, но по опыту мы знаем, что если затягивать дольше, то, во-первых, будет трудно выделить на это столько времени, вас будут отвлекать разные дела, а во-вторых, усталость начнет накапливаться и продуктивность падать. Поэтому самое главное – вовремя мобилизоваться, вовремя переключаться и не затягивать.